Приветствую вас всех. Доброго времени суток. В этом видео я не буду рассказывать, как открутить 4 болта и снять пластмасску. В этом видео мы будем снимать статор. Итак, начнем. Итак, ребята, значит, нигде я не нашел видео по разборке этого насоса. Вот. А мне очень важно было до статора дотянуться, потому что у меня не звонились обмотки. Здесь, я так понимаю, три обмотки, они звездочкой, скорее всего. Одна из них пусковая, поэтому она через конденсатор. Вот. Делается все просто достаточно. Сверлим два отверстия. Почему в этих местах отверстия просверлены? Потому что здесь как раз у нас вот этот вот стоит утолщение. И сверлим два отверстия. И вот так располагая на двух этих досочках обязательно. Я использовал два длинных самореза. Вот один вот так вот, и другой вот так, и потихонечку бил по очереди. Все, он прекрасно вылазит, выходит спокойно, проблем никаких нету. Вот, в моем случае у меня тут он был залит. Вот можете посмотреть. С обмотками не все в порядке. Я попробую, конечно, восстановить, но не факт, что получится. Но самое главное, что насос этот разбирается. Разбирается достаточно несложно. Что потом здесь я сделаю? Ну, здесь я либо в пробочки вставлю через герметик автомобильный. Я буду использовать герметик, который для этого, для патрубков резиновых. Вот. Либо еще как-то. Это не вопрос вообще. Я думал, что он по-горячему садится. Нет. Алюминиевая это болванка, в которой насос сам находится. Вот, и достаточно легко он вышел без определенных этих усилий. Вот, поэтому на будущее статор прекрасно вытаскивается, разбирается, только будьте аккуратны. Почему? Потому что вот я бил вот сюда, вот бил вот сюда. Главное, обмотки не задеть и не попортить. Вот эти вот, вот эту обмоточку. И здесь то же самое. Место удара вот здесь вот было, вот оно место удара. Все в порядке, все разобрал. Спасибо всем за внимание, удачных ремонтов.